Саней мы познакомились на работе. Первое, на что я клюнул, конечно, была внешность. Я на нее посмотрел, она мне понравилась. И дальше уже при знакомстве, опять же, я немножко робел, не мог решиться сразу познакомиться, потому что она мне очень понравилась. Ты меня привлек своей настойчивостью, умением ухаживать за девушкой. Он очень такой умный парень, и все свои обещания он всегда выполняет. Вот именно этим он меня и привлек, наверное. Она такой очень добрый человек, очень красивая. С ней я себя чувствую очень легко. Я себя чувствую самим собой. Мне приходится там притворяться, строить из себя кого-то. Нет, я есть я. И с ней мне очень легко. Когда мы познакомились с ним, я уже тогда поняла, что это тот человек, с которым я бы хотела связать свою жизнь. Я уверена, что у нас с ним все получится, и лет так через 10 мы с ним посмотрим эту запись, и, наверное, нам будет обоим смешно от того, какие мы были молодые в этот день, веселые. Like the first time, you got me from the get-go, and I don't want to let go. This is real, I can feel. Любимый, я желаю нам с тобой в будущем достичь всего, чего мы хотели, о чем мы мечтаем. Чтобы у нас с тобой были красивые, здоровые детки, чтобы мы с тобой жили в достатке, чтобы мы всегда оставались с тобой такими же влюбленными, молодыми, беззаботными и счастливыми. Я тебя очень сильно люблю, и сегодня, в день нашей свадьбы, я ничуть не сомневаюсь, что именно ты мой человек. Сегодня в нашей жизни очень такой знаменательный день. Мы теперь с тобой семья. Я тебе обещаю, что всю жизнь буду рядом, буду опорой для тебя. Я буду любящим отцом и знай всегда о том, что я тебя люблю.